Фу, бяка. Друзья, ну что, раз меня не позвали на официальный канал поздравлять вас. Вы что, думаете, куда-то денетесь от меня? Конечно же, я вас тоже хотел бы поздравить с Новым годом. И Аксель Болтов, и Standoff 2. И я бы реально очень хотел, чтобы наша игра дальше развивалась. Несмотря на то, что я ее хейчу, несмотря на то, что она мне не очень нравится. Все равно в глубине души я маленький мальчик, который иногда хочет все-таки поиграть в игры. И поэтому я не ухожу из Standoff 2. И я надеюсь, что Аксель Болты продолжит развивать эту игру. Вот, и не будут сильно злоупотреблять своими пасами, вот этим вот всем псевдообновлениями. Очень надеюсь, что начнет развиваться киберспорт, чем они, собственно, сейчас развиваются. Красавцы, вот от меня респект. Ну и вас, ребят, я тоже поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы вы повзрослели, чтобы вы хорошо учились в новом году. Не знаю, для меня сейчас учеба — это самое важное. Когда-то и вы это поймете. Надеюсь, вы повзрослеете и станете умницами. С Новым годом, люблю вас.